Любовь – это когда такое чувство, которое оно, в общем, как-то так. Ты меня любишь? Люблю. Поехали. Любовь – это когда сходишь с ума. Просто падаю. Тратишь все деньги за один день. Ой. Говоришь не то. Саша! Или молчишь не к месту. Любовь – это когда у одних вырастают крылья. Перед ней не кинжал надо размахивать, кредитной карточкой. А другие падают в пропасть. Выдыхайте. Любовь – это когда знаешь, что она самая-самая красивая. А он самый лучший. Ты богатый? Успешный. Почему я должен притворяться? Потому что любить значит жить. Просто я его сначала полюбила, а потом увидела. Вот такая история. Есть мужчины, которые не могут говорить о любви, но больше любят, чем те, которые только трепятся, а не любят. Любовь с акцентом. Венюхар! Переводить. В кино с 11 октября.